Всем привет, с вами Skiff Music, и сегодня мы делаем обзор на гитару Fender Mustang, японский, который сделан в 2004 году. Корпус этой гитары выполнен из липы, гриф клен, накладка палисандр. На данную гитару установлен в неке стандартный датчик, а в бридже датчик Демартио рельсовый. Хамбакер, кстати. Также мы видим, что по аналогии с Ягуаром здесь установлен такой вот хитрый переключатель между датчиками. Он не только переключает датчики между собой, а также регулирует, будут ли они друг с другом в фазе, либо в противофазе. И таким образом у нас есть 8 вариантов звучания этих датчиков. Вот это уже тупик. Подожди, так не должно было быть нихуя. Фурнитура здесь родная фендеровская, установлен Bridge Dynamic Fender Vibrato, которым лучше не пользоваться, конечно, никогда, и забыть, что сюда что-то можно вкрутить вообще. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите в Skiff Music. Всем пока. Остановите свингер-пати. Остановите свингер-пати. С другим ебется моя Катя.